Всем привет, с вами СюПро, и сегодня покажу мод, который добавляет космос в Minecraft Pocket Edition. Вот у нас загрузился мир, но для того, чтобы полететь в космос, нам понадобится ракета. Тапаем ракетой в любое свободное место. Теперь нажимаем на эту ракету. Так, сейчас возьму другое оружие. Тапаем еще раз по этой ракете. И как видите, у нас появляется внезапная ночь. Так, идет у нас отсчет, мы походу появились не там, где должны. Давайте залезем в эту дырку. Так, как видите, нас окружают стекла с измененной текстурой. Также вы могли заметить то, что у меня в руках новое оружие. Это новые топорики. А в самом конце это новый меч. Так, ждем. Сейчас мы должны отправиться уже. Так. Все, мы отправляемся. Возможно, меня зажал блок. Сейчас давайте я попробую сломать блок. Да, меня зажал блок. Почему-то под моего тела идет огонь. Так, это нехорошо. Ну ладно. Так. Как видите, вот у меня багнут текстура. Багнуты. Так, нас куда-то телепортнуло, кто-то наверху был. Ладно, вот. Вот я говорю, у меня багнута текстура. Они должны выглядеть по-другому. Возможно, у вас будет все хорошо. Вот такая луна. Ну, не совсем луна, а какой-то другой. Точнее, другая планета вообще. Так, вот тут есть алмазы. Давайте поднимемся наверх и рассмотрим этого моба. Так, ну да, это у нас, походу, голем. Он относится к врожденным мобам. Так что будьте с ним осторожны. У него очень много хп. Так, куда-то он упал. Давайте за ним. Так, он еще в нас стреляет. Ах ты. Вот, и поэтому говорю, он опасный. Просто так вы его не убьете. Давайте столкнем его вниз. Так, он упал. Походу, он упал вообще в обычный мир. И он все еще живой. Ну, этот моб вам встретится не так уж часто. Он очень редкий. По идее, если вы его встретите, то это будет для вас счастьем. Что с него дропается, я не знаю, так как его убить очень долго. Вот мы даже его не убили. Как видите, можете заметить, наверху у меня луна. Ну, а такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.